Здравствуйте, господа. С вами игровой канал Tatum. Я предлагаю посмотреть вам новое видео по установке дополнений на Android. Данный способ будет работать, я уверяю вас. Сначала скачиваем дополнение, неважно, карта это или поезд. После установки файла, переходим в распаковщик. У меня RAR. Для начала вам надо создать папку. Неважно, как она будет называться, я назвал ее TRA. В эту папку мы будем распаковывать дополнение. Затем вам надо выбрать распакованные файлы. Именно только распакованные. Если у вас будет одна папка под названием, например, хэш-60 или киевский номерной, вам надо зайти в папку и только оттуда вырезать файлы. Если вы вырежете папку полностью, у вас дополнение не появится или не будет работать.
После того, как вы выбрали распакованные файлы, вам надо их вырезать. Можно и копировать, но зачем? Будет только занимать больше памяти. Вырезаем в папку. Android. Data. Command RevaGames Android.trains. Files. User Data. Local. Если у вас нет папки хэш 00, создайте ее. В нее и вырезаем. Обязательно удалите папку assets.tdex. Для достоверности переходим в игру. Вот наша карта. Здесь будет очень долгая загрузка редактора, поэтому я прекращу запись с экрана. Вот наш редактор и сокольническая линия. Если вам видео понравилось и помогло вам, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны, ну и на колокольчик нажмите. Всем спасибо за просмотр. Пока.